Не, не помню, кто тут самый быстрый. Или Бинс, или Бёрнс. Вот, Логодром. Когда никого на экране нет, кроме меня, это не Логодром. Красный. Тут по сути оружие у них смешное, там типа. Я боюсь подбирать оружие. Что у них? Тут нельзя посмотреть. Да можно, а смысл? Я, честно говоря, не знаю даже какое оружие нормальное у чуваков сейчас тут есть. Можно все с обычным оружием пройти всю игру. Вот что я сейчас купил, вот я не знаю. Нет, ну. Так, давайте переключимся на кого-нибудь. Я не могу прыгнуть. А, я не переключился. Мне нравилось тут все разламывать, все, что вижу. Но тут пуль меньше улетает. Пуль уже столько же урона наносит. Правда? Даже если у тебя там какие-нибудь мощные ракеты. Да серьезно, как? Еще я умер из-за того, что соскользнул. Меня потому что отреспавнили прямо на углу. Да, давно я не проходил ее. Опять он чат стерся. А мне так остальные сейчас проще. Я это плохо помню. Катись отсюда, пес.
Блин, потолок воткнулся. Класс. Ничего, сейчас затащу. Так, я же прав, что здесь неважно, какие пули, они все одинаковый урон наносят. Или нет? Потому что я вот помню, играл в Contra Rebirth. И там был один и тот же. Тут, может быть, некоторые оружия, они дамажат сразу по нескольку раз просто, как взрывами какими-нибудь. Я запомнил. Главное не умереть, а то что все стираешься. Мне кажется, или пуль больше стал вылетать. Больше пуль, больше лагов. О, господи. Какую-то текстуру влетел и не умер благодаря ему. Да ладно, мы и без наводок. Кусаем. Забавная была бы смерть. Чувак разбивает этот блок, и второй чувак падает на меня, и я умер. А теперь что, скорость увеличилась? Или еще больше полетает? А, прыжок стал у меня другой. А что, я во время прыжка не уязвим сейчас, или как? Учусь вон, прям на глазах видно, не умер ни разу за уровень.
Раньше я не понимал, что они говорят. Сейчас хоть понимаю. Можно было с правого края пройти просто вообще без проблем. Можно им зады расфигачить, нет? Нет, нельзя. Сказал, что можно. Я в другой игре какой-нибудь привык. Не знаю, ящики нужны мне вообще. Так, не метки. Босс. Тоже помню какой-то ныч. Он так смеется смешно, когда ты ему ебашишь в лицо, он смеется. Упоротый. Сейчас самолетный уровень, что ли? Не помню. Нет. Уровень с абьюзом паузы.
Тут же под ногами ничего нет, да? Там можно сразу туда полететь, по-моему. Мы чувака прям в кране взорвали. Так, похоже, нам не влево, да? Блядь! Я думал, нам влево. Ну, пиздец. И апгрейды. Все зря. Игра меня наказала за то, что я берю. Да, забавно, что чувак в кране — это просто текстура, которая взрывается, так же как и все остальное. Мне кажется, он даже один бежит с флагом. Вау! Забавно, он не взорвется, пока ты ему все штуки не разломаешь. Ему можно сломать вот эту пушку, потом ракеты и вот эти вот лазеры. А в центр сколько ни стреляем, все равно не умирает. Привет, бомби-зомби.
мое уважение. Давайте сменим игрока. Кого вы там не говорили, Смита выбрать? Он очень длинный, по-моему, уровень вообще. Куча самолетов, вообще ходить долго. Но он классный. Своими механиками. У этого тоже я 3-4-5 апгрейд. Два, четыре, пять. Ну ладно, следующий будет 2. А что у него за двушечка оружия? Остановите самолет. Синими шарами стреляешь. Ну где стекло? Блять, их тут много. Вау! Я не думал, что нам по диагонали стрелять. Мне же пушки по четырех сторон только. Я уже не помню, как они стреляют. Сейчас пересадка опять будет. Аккуратно затаймим. На маленьких самолетах можно. Нет, туда нельзя ходить. О. Я думаю, я свалился.
Ну, я люблю на волоске играть, когда вот чуть-чуть, и ты улетел уже. Пиздец, чат, что с тобой? О, не было никогда. В детстве это казалось как-то сложнее. Переходить с самолета на самолет. Мне кажется, я даже выжидал там какое-то время. Пауза, пауза. Пауза не работает, пока ты мигаешь. Зазеркали. Сразу такой здоровый портрет, чтобы опустить тебя. Понимаешь, что ты крутой чувак. Средний уровень, похоже. Блин, то это нечестно. Ну кто у нас там остался? Ирон, Айрон. Я не помню, тут можно с багаюзом пролететь? По лифту наверх. Мне кажется, можно. А еще выше нельзя? Нет, кажется, нет.
Ну, это не считается за читерство, это с детства известный прикол. Механика игры. Да я тоже троллю. Мне казалось, что нужно сюда идти. А может и нет, ну давайте сходим. Просто я не понял, почему я перепрыгнуть не могу нормально. Чувак, он гранаты под ноги кидает, ну вообще пофиг. А тут уже и лазбол. Я не помню, как он убивать. Помогите! Ну вот, сейчас придется уровень перепроходить. О, все, теперь у нас жизни просто до жопы. Наверное. Но судя по тому, как эта игра медленно работает, он сильно напрягается. Я как-то сам этот прикол нашел, что тут можно на паузу нажимать и прыгать. Намного проще стало. Может, я чуть ли не с самого начала это знал. Не знаю как это. Может, с книжки с секретами посмотрел какой-то. Вон, чувак кинул гранаты, они не прилетели. Удобно. Тут, видимо, предлагают сначала сходить вправо, чтобы можно было потом пойти влево. Потому что я не вижу, чтобы это... Я мог допрыгнуть.
Ну, он их поймал обратно. Гранаты же дорогие, наверное. Потом потратит. Понял, что все равно не попадут. Вон чат опять. Жесть вообще. Но стрим перезапускать ради этого не очень хочется. Кажется, ли я нычку нашел? Все, он решил сбежать, он понял, что тут меня не убить. Прыгай сюда, давай, чмы. Я тут вообще в окопе сижу. Вертолет же нельзя сбить, правда? Я вот не помню, что можно. Но он решил совсем далеко уйти. Нет, не знаю. Что за баг? Темно. Сидим в окопе. Давину слева вверх нажимаешь прыжок, и перманент ускорение с полетом. В смысле, то есть можно дальше прыгнуть или дальше улететь, что-то такое. А, я слишком медленно. Ну ёп, мать. Готово. Вот эта вот анимация вообще смешная. Не знаю. Будто ему по пузу ударили. Ну, то есть и контрфорс мы можем пройти. Пойду в туалет сгоняю, пока тут титры. Чуваки, он понтуется. Спасибо.
Спасибо за GG. Вот Counterforce, она же была не контрой, но потом типа все равно ее считают как контрой, потому что некоторые вот эти вот локации, которые в этой игре были, они потом в следующих контрах где-то там отсылки к ним или встречаются, или что-то такое есть. Konami.